Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы поговорим про талантик маскировка. Второй талантик, эта рубрика называется «Таланты перезагрузка». Можете посмотреть плейлист, он будет дополняться каждый день. В общем, в прошлый раз мы «Огонь жизни» или «Жизненный огонь», короче, «Фьюрия». Сегодня у нас осталась маскировка. Чем хорош талант? Он самый топовый по дамагу, если брать, 200%. У пакта получается 150, 190 на максималке, а тут 190, 15. Странно, странно. Было же больше вроде, если я не ошибаюсь. Может, я втыкаю? Ну ладно, получается 200%, не до, ну чуть-чуть больше, чем пакт, плюс увеличение скорости на 90% и инвиз на 4,5 секунды, при условии, что жизнь героя меньше 30%, тогда срабатывает этот талант. Сразу же говорю, если вы надеетесь, что он будет топовым на каждом герое, забудьте про это, потому что есть такое понятие, как смотритель, как Фрея. И я уже показывал этот талант на обзоре, и вам еще раз покажу. Герой просто тупо добивается до половины, а потом одним хлопком может просто улететь, и он не попадет у вас в инвиз. Поэтому этот талант подходит в первую очередь для Фреи. Сейчас я вам покажу героев, которые у меня здесь есть прокачаны с ним, которых я тестировал. Вы можете посмотреть. Ой, называется покажу. Это ужасно, куда мы с вами зашли. Какой-то нуба аккаунт. Сейчас мы перейдем на нормальный аккаунт. В общем, тестировал я его на многих героях, и в итоге я вам скажу, что со всего мне понравилось только Фрея. Ну, сегодня мы сделаем с вами тоже некий тест. Такс. Спасибо, спасибо. Поехали в наш алтарь. Сейчас мы повыставляем героев, у которых оно у меня тестировалось. Ну, по сути, можно на любом герое тестировать, но еще раз говорю, что в большинстве случаев... Вот сейчас на Минотавре затестим, качнем. В принципе, на Минотавре как вариант, но тоже. На ком там у меня еще оно было. Многим я посливал. Дед Мороз. По-моему, было 250. Может, я ошибаюсь, но... Не знаю, не знаю. На стрелке тестировал, на ворожее тестировал. Видите, я все посливал нафиг, потому что оно особо не актуально. Лазуля, Фрея. Так, окей, поехали. Кому можно поставить в первую очередь? Это у нас герой с предыдущего раза. Можно поставить любому герою, это будет очень круто, мега имбово, все дела, но герой у вас все равно от этого тащить не будет. Вот Минотавра можно поставить. Можно поставить, в принципе, как вариант Дрейка. Ронина тестировали, пробовали. Ну, честно скажу, Ронин сливается, даже можете не пробовать, не думать. Деда давайте поставим. Стрелка тестировал. Я просто вам покажу тех, кому он реально подходит. Вот можно вот это убрать. Ворожая смысла нету. Дерево как вариант. Опять же не то. Вот реально он будет заходить только некоторые. Можно наушника поставить. Вот так. Проека однозначно, да, да, этому тоже можно поставить. Кого мы еще там хотели тестануть? Черепа, ну, как вариант, я тоже видел такого черепа, можно и эмблемой попробовать. В общем, ладно, давайте с кого-то начнем. В чем суть таланта, я вам показал, сейчас я вам покажу это в действии. Вот давайте начнем, явный пример, это у нас будет Фрея.
Это для меня это, допустим, единственный герой, кому можно ее ставить. Вот такая вот сборка Фрейя. А плюс это для битвы гильдии на PvP локации, ну я не знаю, тоже как вариант, но все-таки лучше дамажный с пактом. Там стабильно с самого начала дамаг у вас будет. Так что у нас архидемон открылся. Отлично. Такс, поехали в рейд. Я вам покажу вам на примере в рейде для битвы гильдии. Вот так вот особенно приветствуется, когда есть космо. Единственный минус недомогания, как обычно. И вот смотрите, вуаля. Что мы имеем? Имеем недомогание, которое нам не дает отхил давать. И плюс у Фреи максимум, что она получает, это 18 тысяч. То есть она и как и Огник, в принципе, они не сольются сразу. Потому что на примере других героев вы сейчас увидите, что будет у нас. Вот, она ушла в инвиз. Появилось, опять недомогание сработало. Вот такая вот, видите, такой вот вариант не дают нам просто отхилиться даже. То есть даже здесь оно не спасает, как ни странно. Хотя, да, видите, но все равно 45% мы набрали, но это фигня. А вот недомогание, смотритель, молчанка, и реально оно не работает. Но не везде. Так, сейчас мы... Вот, отлично, космо зарядился вражеский. А, Фрэнки там есть, вот опять молчание. Я сделаю так, чтобы видно было. И вот смотрите, вот герой ушел в инвиз. Вот отхил 825 тысяч. И вот опять он фуловый стоит. Опять его дамажит, дамажит, дамажит. Сейчас опять дойдет, он опять уйдет в инвиз. Таким образом... Можно проходить битву гильдии, я это уже показывал. Вот, опять герой ушел в инвиз. Я сказал, ушел в инвиз. Вот, ушел в инвиз. Отхил плюс 800, и вуаля, мы бьемся дальше. И таким образом можно стоять, пока вы здание не убьете. Ну, опять же, зависит от того, видите, тут тоже 30-е прорывы. Воодушевление, воодушевление, воодушевление. Стрелок, куча героев с воодушками. И они, по сути, нифига сделать не могут. Потому что герой пропадает, отхиливается и опять появляется. Ну, то есть плюс-минус, вот опять 839 тысяч отхил, и мы уже снесли 92%. Поэтому для Фрей это самый имбовый талант на сегодня, потому что она с ним будет тащить. В общем, с Фрейей все понятно. Можно поставить эмблему, не надо его качать талантом, можно поставить просто эмблему, это вам с головой хватит. То есть там по сути меняется фигня все. Можно даже шестой поставить, будет тот же самый результат. Такс, теперь давайте на примере Минотавра я попробую вам показать. На примере Минотавра давайте Ангела поставим. Конечно, у нас в рейде. Вот сейчас вы увидите, почему нельзя его ставить на такие герои. Ну, как бы на Минотавра можно, где-то мы его выпустили. Вот его уже даже слили там. Даже не заметил, как выпустил, пока отдалял. Так, выпускаем Минотавра. И вуаля, что мы видим? Вот. Все. Он в инвиз просто тупо даже не успел уйти. То есть, по сути, его заблокировали и убили. Поэтому для многих героев, ну, реально, лучше ставить просто эмблема и поставить девятую ажиовую эмблему. Это будет намного лучший вариант, чем вы прокачаете талант. Вот опять то же самое, смотрите. Вот все, блочку получил, и толку от этого никакого нет. Так, сейчас мы попробуем здесь. Вроде тут попроще, как бы. Вот такой вот вариант, когда он сейчас его будут по чуть-чуть бить, еще куда ни шло. Ну, он, видите, вот он шел в инвиз. Сейчас он дойдет и добьет. Вот он добил до 100%. Такой вариант, да. То есть можно использовать усиленная атака, все дела, скорость атаки увеличена. Но в большинстве случаев у вас получится вот так вот, когда его будут шатать. Вот сейчас он ушел в инвиз. Возможно, нам повезет, он ударит. Вот он ударил, но там юниты были. То есть чисто ради этого, но я опять же скажу, лучше поставить ему ремку, прокачать на девятку, поставить
тот же самый Живу, либо этот талант эмблемы, это будет намного лучше. Эмблема, оно заходит. Но когда у вас он талантом, вы его выпускаете, его в основном добивают. То есть вот было 40% жизни осталось, и его просто фиганули, и все, и на этом все закончилось. То есть бесполезный получается талант для таких героев. Но опять же, ставить можно, тащить можно. Так, кто у нас там еще такой интересный был? Давайте деда. Деда я тоже уже показывал обзор, еще раз покажу. Можно деду поставить. Мы с таким дедом бегали. Я бегал, трешивал. Вот даже поставим не так. Ну, пусть будет отхил. На примере подземки покажу. Давайте попробуем на примере шестой подземки. Если получится, конечно, как обычно. То есть, учитывайте то, что если бы у меня был пакт, он бы сразу уже дамажил максимум. Сейчас мы дамажим, по сути, чисто из-за прокачки. Вот дерево. Вот он, наконец-то он ушел в инвиз. Да, увеличился урон. Все дела, но, как видите, особо... Тут еще его и не пробивают сильно. Но шестая все-таки, вот опять он ушел в инвиз. Может, еще и на 50% затащим, если повезет. К сожалению, не повезло. Немножко не того выкинул. Седнушка резнула. Ну, давайте. Затащите. Я в вас верю. 55. Тут герой с 30-м прорывом. Ну, вот видите, все равно его ультой ушатали. В общем, все натащит. Ладно. То есть, саму суть вы поняли. Что-то, знаете, выдумывать там, что вот это будет... Да, это можно для любого героя сделать. Оно будет вроде как бы и круто. Но, по сути, в практике применяется он в основном на Фрейе хорошо. Минотавра с таким талантом делать, ну я не знаю, мало кто уже даже того Минотавра использует. А на землеройке тоже тестировал, не понравилось. Еще как вариант это Огник, либо сейчас попробуем Феникса тоже покажу. Ну там надо резать дерево специфически, чтобы резнул он с жизнью меньше 30%. Так, где там у нас, по-моему, стоит. Сейчас мы найдем, поставим этого. Есть вариант поставить ему, если у меня тут есть, думаю, вряд ли, но сейчас посмотрим. Оживу мелкую. 30% надо меньше. Ну-ка. У меня тут нету. Ну, по аккаунту даже первой этой нету. Ну, видите, тут пятая сразу же. 30% поставить с четвертой. Потестировать. Ну, давайте попробуем. Он должен уходить тоже в инвиз. То есть, такой вариант возможен для битвы гильдии еще. И многие просили показать его. Сейчас попробуем затестить. Вот он ушел в инвиз, включился. Но опять же, видите, когда он включен, вот все, его слили. Вот он опять ушел в инвиз. То есть такой вариант для него тоже, в принципе, довольно-таки неплохой. Можно еще будет резнуть деревом. Но времени 38% базы он разнес.
То есть такой вариант тоже используется, но опять же не всегда он у вас будет тащить, поэтому не надейтесь, что это будет всегда имбово. Посмотрите, вот сейчас раз, два, три, все его ушатали, вот он появился, вот сейчас он попал в инвиз и включился. А, то есть можно использовать либо сожива, либо дерево, чтобы резало. Ставите маленькую оживу, и вот вам будет счастье, 33% вы будете разносить в любом случае. Вот. А так, в принципе, я не знаю, можно поставить любому дамагеру, но учитывайте то, что вас будут просто тупо сливать, и ваш герой вообще ничего не сделает. То есть ставить этот талант можно на битву гильдии, на PvP-локации я бы его не советовал ставить, потому что в основном 90% случаев он тащить не будет. Поэтому не тратьте зря ресурсы. В общем, вот так вот, если хотите увидеть больше, у меня там есть куча обзоров на разных героев, посмотрите обзоры героев, там есть по поводу этого таланта очень много видосов, прокачек на девятки я тестировал, ну, честно говоря, они все не впечатлили. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, всем удачи, всем пока.